26 февраля азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида. Памятные мероприятия проходят и далеко за пределами Азербайджана. В американском штате Юта открылась выставка, посвященная 29-й годовщине февральских событий. Она организована под открытым небом перед Капитолием в центре Солт-Лейк-Сити. На стендах размещена информация и продемонстрированы фотографии, отображающие массовые убийства мирных жителей Азербайджана. Выставка будет проводиться до 26 февраля в различных частях Солт-Лейк-Сити.